Всем здорова, дорогие друзья, с вами Герман, и мы сегодня опять играем в замечательную игрушку под названием Sword and Slow. И опять врываемся в атаку. Угу. Как бы это не звучало грустно, но атака... Ой, она уже надоела, но она нужна. Вот этот квест, возможно, я не выполню никогда. Если только звезды на небе сойдутся, и сам... как Аполлон или Авалон сойдет ко мне на с небес, тогда, возможно, я его выполню, а так нет. Вот эти звезды, видите, имеет смысл ловить, они дают удвоенный коэффициент квесту, и это круто. Офигеть, 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 офигеть! Опять эта тварь меня закидала яблоками. Жестко. Я просто не успеваю смотреть, куда что летит, когда вот так вот со всех этих сторон яблоки эти дурацкие. Во всех трех направлениях. Куда здесь можно успеть? Вот вы мне скажите. Ну, яблоко, конечно, я бы сейчас съел. У меня рекорд 68 здесь. X68. И опять нифига. Писец, меня там смс-ки шпарят, я просто в шоке. Так, так, куча сообщений, сорямба, потому что надо срочно. Так, ладно. Ладно, после серии, друзья. Блин, то что за фигня? Вот главное, когда я не снимаю, я никому не нужен. Как-то... Мне уже собираются грустные слова на язык. Но нельзя их произносить, а то я и так... Да ну нафиг, вы слышите это? Охренеть. Серьезно? С какого фига я кому-то так понадобился сильно? Бесят. Жопой ловим звезды. Квест надо выполнить, нет. Я выполнил? Да хрена с два, я выполнил его. Кто бы говорил, что я его выполнил? Я опять слился. Твою же мать. Я злюсь. Я очень зол. Очень зол. Самая дурацкая комната, которая только может быть в этой игре, серьезно. Хуже я не видел еще. У ворот, ладно, у ворот еще там можно как-то там приловчиться. Здесь же вообще не знаю, как отбивать эти все яблоки, еще плюс ловить звезды. Все, в башку видели, в затылок, ой, в затылок, в лобешник трахнуло, и все. И опять все сбилось. Сколько вот мне сейчас дадут очков, вот если я сейчас ливну? Вот сейчас набью, вот тридцатку я набиваю более-менее нормально. Вот сейчас набью тридцатку и ливну. Вот сколько мне дадут? Нифига, потому что квест мы не выполнили, хоть мы уже и сидим в этой комнате уже почти целый час. Ну, конечно, утрирую, но долго сидим. Да хрен, понял? Как так? Вы видели? Как? Как? Я не могу просто. Вот как? Я бил это конченое яблоко. Я его бил. Почему мне не засчитало его? Система No Target? Серьезно? В флеш-игре? Да не может такого быть, блин. Он как только его выплюнул, уже должно было оно разрубиться. Вообще тут есть, да, система No Target. Как бы это смешно не звучало, но это так. Давай. Я надеюсь, я выполню квест. Очень надеюсь. Не подосри меня, пожалуйста. Я выполнил квест, серьезно? Это было 23 звезды? Что, правда? Серьезно? 23 звезды? Вы прикалываетесь, походу, надо мной. Я тут из кожи вон лез, жопу рвал, чтобы этот квест выполнить, а мне тут дают 23 звезды. Если я сейчас выйду и они сбросятся, вот этот квест я уже реально, походу, не сделаю. 40. Да что за... 283 атаки дали. Неплохо, я доволен собой. Я собой доволен. Я прям вообще... Так, давайте-ка заново. Так сказать, окунемся в бездну страсти и раздора.
Бездна страсти. Да что за... Что за дичь? Блин, столько яблока пропадает. Столько яблок. Тут же, наверное, на несколько ящиков нарубили. Вот лучше бы все эти яблоки ко мне в ящичек и в погреб. И на зиму по красоте кушать было бы неплохо. А то рубят они тут здесь яблоки. Нарезка фруктов. По... Даже не знаю. По-эстонски или хрен пойми, кто эту игру делал. Хрен, я намерен... Я не намерен выиграть. 26, я понял. Кстати, звезды сохраняются, видели? Поэтому сейчас мы с вами нафармим вот так и себе. Бешеное количество, наверное. А может и нет. Главное выходить, когда есть хоть какая-нибудь икса. Если нет иксы, выходить вообще смысла нету. Если хотя бы 30 есть, надо ливать. Потому что уже x30 это уже хорошо. Это уже хоть что-то, чем x0. Но x30, вот смотрите, фармится в принципе на изи вообще. То есть дальше, вот дальше уже идет... Вот все, увидели? Дальше уже идет люто. x30 вот до x40. Как только x40, это все. Тут хоть вешайся, серьезно, вообще очень жестко. Короче, эта серия будет чисто в атаке у меня. Поэтому, если кому-то не хочется смотреть и меня слушать, то выключайте видос. Я намерен сегодня взорваться просто. Я заряжен на эту комнату, просто вы себе не представляете как. Я просто сегодня буду атаковать эту комнату бешеное количество раз. Нифига себе. Я прорвался, да. Но только я опять слился. Но тот промежуток времени я был на пике своих возможностей, когда все яблоки порештил. Так, ну квест приближается к концу, и надо экспу собирать нам. Угу, угу. Мне нравится, как он жопой ловит этот звезды. Я понимаю, что он, конечно, ловит не жопой. Сейчас меня хейтеры в комментариях засрут. Он ловит их ногой. А, в зум, в лобешник прилетело и нормалек. В носяру летит в лобешник. 25 яблок надо отбить. Да, это на изи. 25 это фигня. 25 даже дядя Петя сможет набить. А что делать, когда будут дальше 60 яблок? Или 70? Мне кажется, я такие порывы уже не осилю. И оно ж вроде сбрасывается, если я не ошибаюсь. 40, 40. Все, все. Опять. О, видели? 0,7. Это походу на этот, на X. Короче, на иксы дело идет. Или это звезды. Сейчас проверим. Если это на иксы дело идет, то это все печально. Буду выполнять, пока не умру. И то не выполню, походу. Да, это походу на иксы. Да что за... Это была не та кнопка, друзья. Это была не та кнопка. Да здравствует Герман. Это была не та кнопка. А, нет. Все-таки надо звезды собрать. Только их пропускать нельзя. Тоже. Такое себе, знаете. И, наверное, что нельзя, чтоб яблоко в мордищу стукнуло. 3 из 7. x25. Вдох, выдох. И мы опять играем в любимых. Я же не знаю. Просто жестко. Просто жестко. Но мы заряжены, мы заряжены. Как бы будем долбить сейчас по полной. Звезды пропускать нельзя, как я понял, вообще никак. Хоть убейся с яблоками, но звезды пропускать нельзя. Черт. Нет, не выходим. Надо нафармить хотя бы, я не знаю, x20, чтобы выходить. Хотя, может быть, мы все-таки закроем квест. Сидим просто в этой комнате до потери пульса. Нам должны дать атаки x500, как минимум. 20-й этот у нас с вами. 20-й квест. Я сейчас буду сливаться, но его нафиг. Пипец, вы видели, что я сделал? Я, короче, вышел, когда вы поняли, да, меня? То есть, насколько все грустно.
Но мы заходим опять, то есть я не сдаюсь. Я буду сейчас стараться этот квест на 7 звезд завершить. Нужно, чтобы яблоко не попало в тебя. И еще плюс... Блин, это жестко, друзья. Вот серьезно, это жестко. Я не знаю даже, как его проходить, если честно. Так, вот среднее... Блин, я промазал. Вот как только среднее яблоко летит, все, я не могу. Начинает он меня путать, урод. Так, 3 звезды из 7. Неплохо. Ух ты, блин, прям перед самой мордой. Ты что, прикалываешься надо мной опять, что ли, урод? Зараза, он меня троллит, друзья, он меня троллит, опять троллит меня, нет, выходим нафиг. 52. Лучше выйти, 52 это не так плохо, чем вообще ничего. Ну, конечно, хочется квест завершить, вот прям вообще, вот не могу. Вот катана даже меня не спасает. Катана должна вообще решать вопросы, но она почему-то не решает. Ищи тут этот, который с колями, он тоже нифига не решает. Когда яблоки начинают лететь со всей дури. Серьезно? Блин, друзья, я кут. Парень молодой. Пипец, вы это видели? Я бы мог сделать квест. Но якуты мне помешали. Надеюсь, никто тут из якутов меня не смотрит и не обидится, что я так сказал. А то помню, в каком-то видео когда-то говорил что-то про Украину, и меня очень жестко захейтерили. Так я вроде ничего такого и не говорил там. Не помню, но правда давненько это было. А, это было, когда мы с Владухой в Майнкрафт играли на совместку. И что-то меня прям так по поводу Украины прям так очень жестко. Только я так и не понял, с чего вдруг такие порывы. Потому что мы там ничего... Ну, мы там за политику, да, разговаривали. Ну, вообще, Владуха сам с Украины. Поэтому я фиг знаю, с чего у людей такая это. Ну, хотя, у каждого свое мнение. Так, 91, мало. Мало, но потихоньку, конечно, мы идем к своей цели. Прям очень потихоньку. Сколько получается? Давайте глянем. 4800 мы уже нафармили. Это, конечно, реально мало. Ну, конечно, мы сейчас вот так вот подымем еще. Это без проблем. Качнем вот это. Давайте, наверное, еще качнем. Не знаю, что вот это значит. Дедлу. Респ или что, это тоже непонятно. Давайте клевер еще закачаем, чтобы был. Так, здесь, наверное, надо вкачать отхил. Он важен. И потом непосредственно... Так, что тут по деньгам? Вот это денег насыпало, нифига себе. Покормим гриба нашего. Гриб дает, как всегда, нехило всего. О, четенько. Гриб молодец. Вот я гриба уважаю. Он парень здравый. Тут у нас денег, как всегда, не хватает. Зачем вот это вот вообще дают? Вот эти наклейки. Я не помню, для чего они нужны. Ну ладно. Так, сохраниться надо, то все-таки мы нормально так затренили. Так, но 66 комбо здесь у меня предел. Тут 400, друзья, 400. Ну, тут, в принципе, тоже столько можно набрать. Но вот здесь уже тяжелее. Так, ну ладно, дорогие друзья, всем огромное спасибо за внимание, с вами был Герман. Если вам было интересно, вам понравилось, вы подписывайтесь на канал, большие пальцы вверх, комментарии, все делайте по красоте. Так что всем отличного настроения, великолепных выходных и играйте в очень хорошие игры. С вами был Герман, всем до скорых встреч.